День, девочки, вот в очередной раз хочу показать вам светильничек. Сейчас эти светильнички очень хорошо делать к 1 сентября. То есть, например, ну, выбирать любой цвет, розовый, белый, кто какой хочет. Кто хочет этот цвет бисквита. Но я вот эти светильнички почему-то люблю именно из изолона единичка или из фоамирана. Двоечка немножко грубовато как бы смотрится. А вот эти вот нормальные. Вот сделали немножко попушистее, побольше. Но горит он тоже так же хорошо. Сейчас я вам покажу. Вот. Но сами листочки, видите, я их выполнила из фоамирана. Тоже они, во-первых, вы знаете, форму хорошо держат. И даже если, например, постоит сколько-то этот светильничек. Вот так можно их опять загнуть. То есть он легко поддается, этот материал, этот фоамиран. Вот такой светильничек. Вот сейчас я, смотрите, светодиодная гирляндочка. Сейчас я ее включу. Вот она горит. Опускаю туда. И все. Вот, сейчас просто свет. А так он горит очень хорошо. Сейчас просто светло. Вот такой светильник.